Никому не было до меня дела, пока я не надел маску. Если я сниму ее, ты умрешь? Это будет невыносимо больно. Ничего, потерпишь. Для тебя. Спонсором данного видео является букмекерская контора BaltBet. Сделайте 3 бесплатные ставки с моим промокодом JOIN, ссылка в закрепленном комментарии. Всем здорово, ребята! Всем приветик! Всем, кто подошел, кто подходит, подтягивайте остальных, здравствуйте! Всем, кто кушает приятнейшего, ебейшего аппетита, наливайте чаечек там. Гун-трекер показывает, что гуны в лесу, у меня миротворческая миссия в лесу, и тарковский стрелок 3 с болтовок убить в одном рейде тоже в лесу. То есть вы поняли, да, куда я клоню? Ветеринар и барсик, забавно, да, два типа в чате. Вот кувалда, кстати. Тут, кстати, ни разу не видел, чтобы что-то спавнилось. Я всегда заглядываю вот сюда, а вот здесь никогда не чекал. Я чувствую, сегодня хороший денек будет. Проклят! Ублюдок, будет и проклят. Верхой, да, я слышал там кушорку. Блять, я думал... Короче, что я думал? Я думал, чел на шифте вот здесь забежал, спустился. Вот здесь я его на шифте услышал, а дальше звук пропал, но он бежал на меня на шифте. Вот что я подумал. Ну, вы знаете, да, как в этой игре звуки работают? Лучше так, чем по-другому. Смотрю твой стрим, ем яблочный переход и лежу твое очко. Это Т9 или ты просто ёбнутый? Ебать, что я прочитал. Ебать, там... Брага челоботов. Бля, стрёмно, если там среди среди толпы ботов будет сидеть челобот, он может в тайминах меня изи разъебать, я как лох умру. А я не хочу умирать как лох. Вот петух! Ебать, 4 бота. Подзадача выполнена. Есть тяу-тяу, есть тррр, а есть тр-тр-тр. Что там по поводу квеста? Ну, сейчас пойдем. 38-я. Тейрдроп. Какой бархатный тяга. Я, блядь, сиську бомбил. Ящик общей поддержки. Еще кувалда. А, не кувалда. Охуенно, просто появился посреди дороги никому не нужный аирдроп. Здорово. Включи вебку, если продал вебку. Включил. Я вам машу, вы меня видите? Я вас вижу. Вы меня видите? Я вон стою, махаю. Машу рукой. В розовом пальто. Вон он, я стою. У меня шляпа еще такая на голове. Бархатная. 500к за штаны. Да иди нахрен. Футболка 25 тысяч. Но некрасиво смотрится. Вот так вот. Если правой кнопкой нажать на вот здесь на чувака, ты еще вместе с одетым на тебе снаряжение можешь смотреть. А я и не знал. Ля. Что это, блять? Так, болтовка. Какая болтовка? Давайте подумаем. Хочу что-нибудь экзотическое. Ебать, сюда еще и глушитель ПСР ставится, серьезно. Нихуя себе. 8. Ебануться. Блять, охуеть. Все у тебя получится. Тарковский каратель бога. Он кашлял, то есть я все-таки один раз попал в него. А как так? Бля, повезло, что он нубас был. Пиздец, он идет, только я прицеливаюсь уже вот. Вот, один шажочек ему надо ближе сделать. И он разворачивается, останавливается. Я думал, все, бля, приехали. Тихо подойти, послушать. Есть кто-то. Возле параши сидит. Но он, может, не один. Холли молли. Может их двое? Я того ближе слышал. У-у-у. Говно и завоняло. Два есть. Это что за хрень? Это лапу о магнум, братан. Чего? Как же они сидят. Ну по-джентльменски левую отстреливают, правую не трогают. Ключи дальномер. А у меня он этот. Фонарик включится, я дебил. О! Дао. Кто-то в деревне, вот в этой, разрушенной. А что если он двигается не ко мне, а от меня? Да бля, где один ЧВК, ну ёбаный... Ну да, понятно.
Ну, признаю, я медленно играл. Надо, походу, когда 2 кила ломиться, как лось. Таблеточка за 19 тысяч. Сядь. Бля, толстый парень, не умирает. Их двое было. Так. Земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем. Опять один остался. Ох, ёб, граната! О, бой, чиз! Сюда! Просто красота на экране. Наконец-то я что-то на стриме показываю, кроме голова-глаза и лутания помоек за дикого. Бля, быстро я этот квест закрыл. Аж неожиданно. Это, по-моему, даже человек был. Он наверняка меня услышал, но думал, ему показалось. Ебать, его сдуло. Приколы какие-то понаходил. Вот и пришла. Так, слегонца, короче, ноздрю настрой. Коса на камень. А ведь и просто обходил, он даже на МЧС-ку не шел. Он просто обходил, но нет, совпало. Но я постарался, короче, смотрите, это М-ка, у которой газов до хрена. Но я постарался, я поставил тут рейку и поставил высокий, этот самый, высокий голограф. По идее, должно быть норм, я хз. Чё, глок на рипах был? Ебать, скример. Ну, план хороший был, просто АФК внизу постоять с фонариком. А это не глок был, охуенная гжель. Тут, по-моему, СВД стреляла. Ура, один бот. Не убрали. Мега странная эта мога. Вообще не понимаю, что люди тут делают, куда они идут, зачем. Вроде сервер один и тот же, но рейд в лесу в 2 раза насыщеннее был, чем эта таможня. Что тут происходит? Мы тут видосы записываем на YouTube. Ура, есть боты в игре. Привет. Случайно на... Бля, пиздец у некоторых ники. Анальный лизун, хуесос, рандомный хуй, кучерня мамаши. Но я не добил квест, мне там одного-двух наверняка не хватает. Бля, это херово, там куш шоркнул. Охуеть. Хатапка там над ним летит. Вообще похую. Мне оказывается тоже килла нужен. За трек бархатный. Не ебу вообще. Тут бот нужный для меня. Ебать, это решало. Тоха, нахуй так делать, Тоха. Ну ты пиздец. Здравствуйте. О, сходим на лобу, да? Сходим, сходим. Бля, нахер тебе этот форест? Игра для девочек. Блять, я деревья люблю рубить. Ты наоборот должен любить деревья, в смысле, ну, чтобы они жили. Так я люблю, ну я люблю их по-другому. Я складываю их и трусь между ними. Бля, охуенный сервер, тут просто каждый чел левел 16 или левел 8. Тип ебать в карманах 3 анальгина и колбаса в разгрузке. Да хуета этот форест просто, бля, челы, которые заскамились на 2000, никогда вам это не скажут. Так же, как и тарковчане, которые купили за 5к игру. Пиздец. Ебать, из чего этот челобот был сделан, нахуй? Пошел нахуй. Чат, ща кулинарий буду. Что сварить, рис или гречу? Только без рафляночки. Бля, я бы въебал бы риса. Но рис надо уметь правильно приготовить. С каким-нибудь соусом и мясом. Или... Гречечка, базированная база на масле с сосисочками. У меня выпал баф на М-ку, уменьшение разброса 3%. Как переключать этот? Два раза. На охотке и оружие. Да.
Эргономика 0, это прикольно, я тебе скажу. Блять, тут чел справа, я в ахуе, афкашер. Их двое еще вроде. Я посрался от страха, нахуй. Быстарка испугаться. Как с гранником поиграл? Нормально, слушай. Тихо. Батя ему влепил. Они взяли твой гранник и начали взрывать центр. Молодцы какие. Вообще все нахуй ебашит. Каждый угол. И просто сел. Сука, я теперь твоего гранника боюсь. Замри! Одного ёбнул, но мерзким способом. Поебать. Я конченый. А как же хорошо, что это был барабан. Пиздец. Коричневая страна тебя ждет. Корун доставил. Тейкдаун застрахованный оставил. Ооо. Ёбаный бля. Что, мы идем еще один? Да. Да ебать, ты охуел что ли там? Да ты, блять, конч ебучий нахуй. Тебя взорвали? Да, да. Я победил. Ты рад? Счастлив, пиздец. Бля, трупер. Кстати, вопрос, рип, нормальные вообще патроны, в каких случаях он работает лучше всего? Это охуенные патроны, если у тебя ППшка без отдачи и ты стреляешь по ногам. Я долбоебом стал, я не был долбоебом в детстве. Зачем ты им стал? Жизнь такая. Не думал дневник свой завести? Дневник долбоеба? Ну да. Я готов пасть на колени в последнюю лабу. Да что-то, ну, хочется просто поваляться на лабе, почилить. Сами спаунятся в центре. Ебать, тут чел сидел. Ебать, у меня массинист впереди, прикинь. Ну, это может быть фатальное. Бля, ща я такой тяжелый, ебаный глаз. А, да? Тут, походу, пиздобол в лабе. Что было? Я открываю дверь, мне тут же в ебло прилетает, хуй пойми откуда. Какой-то дресней причем чел стреляет. А нет, не пиздобол. У меня такое чувство, будто просто, блядь, какие-то милосердные типы попадаются. Никто меня убить не может. Или не хочет. На меня вышли два в одном, нормально? Ну, бывает. Ща я прочешу центр и на выход пойду. Так и знал, блять, я так и знал, что на этих челов идти фатальная ошибка будет. Сикач, блять. Ну, вот так вот бывает, да. Респект тем, кто с нами делится чудесами. Извините. Вот этот стример Потарков сейчас был настоящий. Блять, же это в Дискорде кекнул, там один чел с припиской Собер, ебать, на него там напали недавно. Это как ламыч. Сейчас ластовая. Да. Не, ну это такая ластовая была. Го еще ластовую. Так, вот это ластовая, ну бля, ну не считается вообще. Ну это хуйня была полная. Давайте ультра-мега-ластовая. Бля, что такое Ну это вообще не ультра-мега-ластовая сейчас была. Спустя 20 игр подряд. Ладно, чатик, всем пока. Что-то ластовой мы походу не дождемся. Ну по металлу лестница. Это этот сервер не может быть. И внизу здесь у нас. Бля, это контуз. Бля, ёбаный сыр, на. Бля, аккуратно, в черный, черный. Аккуратно. Не лезь. Пушит сзади! Брат, я кровотечение лечу, он забежал обратно. Убил, сразу направо выходишь. Да блядь, брат, под прицел зачем? Чуть не ебанул тебя. Его кроют. Слева. Этого я убил. Слева. Не, слева.
Да блять, ёбаный рот нах. Ебать их там. А, я последней пулей добил его, лол. Ебать. Ебать тут лута сейчас будет. Ебать, это кто вообще? Да я говорю, ребят, на самом деле мне просто везет. Пока мне не дают в лицо, я вот так вот могу раздавать. Так, нахера мули на карте, где, блядь, два локтя по диагонали карты размером. Где мои помоечки? Помоечки мои сюда. Я хочу помоечки полутать. Милфы это дао. Что, ребятки, я на этом на сегодня все. Хороший стрим получился. Нет. Бля, у меня интернет отвалился. О! Бля, живем. Спасибо огромное, что пришли сегодня, что были со мной. Спасибо вам большое. Завтра то же время, то же место. Ник такой же, как на Твиче.